1 октября в стране отмечается День пожилого человека. Этому празднику в библиотеке посвятили традиционный конкурс компьютерного мастерства. Показать класс в знании компьютеров пришли люди, которых старость дома точно не застанет. Знания и умения участников конкурса оценили Анастасия Коптяева и Максим Максимов. Конкурс компьютерного многоборья проводится в библиотеке уже третий год подряд. В нем принимают участие неработающие пенсионеры, обучающиеся в стенах библиотеки компьютерной грамотности. Это стало возможным благодаря проекту «Открытый мир», начало которому было положено еще в 2010 году. В юбилейный для города год и тематика конкурса особенная. В этом году наш конкурс посвящен юбилею города Мончегорска, конечно же. 80 лет – такая знаменательная дата. И, конечно же, наши участники будут создавать коллажи юбилейные. Ну, коллажи-открытки, коллажи-поздравления. Вот они, конечно же, готовились все лето у нас к этому конкурсу. Подбирали материалы, подбирали какие-то фотографии свои, которые у них уже были. И фотографировали новые. Вот. Ну, в общем, я думаю, что будет интересно. На конкурс каждый участник пришел со своей задумкой. На ее реализацию по условиям отводилось 2 часа. Я сегодня планирую составить праздничное поздравление для нашего города, у которого юбилей. Ну и задумка, пока в секрете держу ее. Вот. Ну и, конечно, желаю всем удачи своим же, вот кто со мной принимает участие. И само себе, конечно, и сам бы хотела, конечно, победить. Оценивать работы участников предстоит не только компетентному жюри. Все виртуальные коллажи размещены на сайте библиотеки, и любой желающий может проголосовать за понравившуюся работу. Подведение итогов и награждение победителей состоится за праздничным чаепитием 1 октября.